Специальное главное предложение дня в день рождения телеканала Шоп-н-Шоу – это пальто-шубка Лея, которая, кстати, является зимним и согревает вас до минус 20. Хотите ли вы быть звездой, словно вы кинодива, которая идет по красной ковровой дорожке и получает массу комплиментов, когда проходят журналисты, а они берут интервью именно у вас, потому что вы звезда. Вот с этим настроением давайте встретим Миколу Комендрова, который представляет самую дерзкую коллекцию на нашем телеканале. Бренд Симахов сегодня предлагает главным предложением дня свое элегантное пальто Лея. Как сказала Лена, он действительно согреет вас до минус 20 градусов. Леопардовый принт является сейчас главенствующим принтом в этом году и, конечно же, в будущих, следующих как минимум в трех. Плюс данное предложение у нас выполнено в классическом крое, что дает возможность каждой леди сегодня выбрать его, несмотря на свой тип фигуры, потому что он универсален. А универсальность конструкции обеспечит нам еще и дополнительные возможности, потому что английский отложной воротничок специальными элементами кроя и косточками обеспечит правильное крепление фактуры изделия на вашем лице и по вашей портретной зоне. Рельефные выточки обеспечат полную контроль над грудью и сформируют силуэт. Ну и, конечно же, внутри под красивыми застежками и клепками, которые, кстати, тоже инкрустированы кристаллами, вас будет ожидать красивый элегантный атласный подклад, которые выполнены по ГОСТу, по изготовлению, по всем традициям именно шитья на меху. И, конечно же, тот самый натуральный эффект под натуральный леопард у нас с вами. Коричневый оттенок у меня сейчас в руках. Это классический цвет. Он был представлен еще в прошлом году. А также вас ожидает новинка, которую вам демонстрирует сейчас Анна. Коричневый цвет он будет называться. Очень красивый такой, в светлых оттенках, теплых. Но я хочу сказать, что это уже бесплатная доставка. Это эмоции, настроение, что вы королева совершенно всю жизнь, действительно долгие годы. Это для вас сегодня подарок карта Prime, которая дает скидки до 80% круглый год и ее бесплатное обслуживание. Но и самое главное, вы будете одна единственная, потому что меховая фабрика и бренд Симахов представлен эксклюзивно только на нашем телеканале. Я скажу, что это праздничный лот, и у нас было распродано только 500 предложений, 500 таких шуб. Телезрительницы хотели, очень долго ждали сезон, поэтому прям быстрее выбирайте. Итак, основное, Микола, скидка у нас практически 20 тысяч рублей, то есть 18-19 тысяч рублей у нас здесь скидка. Но самое главное, вот сейчас телезрительницы скажут, да, Леночка, Микола, как выбрать размер? Как все-таки по плечам, по груди, по бедрам, если ну, разный тип фигуры? От 46 до... Почему 48 написано? Ага. От 46 до 64 размера мы выбираем с вами на размерчик меньше данное предложение, но это будет касаться только 48, 50, 52 размер. Если вы дама, которая всегда стабильный вес, вы никогда не меняетесь и всегда остаетесь в одной паре, возьмите на размер меньше. Если вы дама, которая склонна то поправиться, то похудеть, то есть нестабильный по фигуре, то возьмите тогда его четко размер в размер. В любом случае, припуск на 8 сантиметров в каждом размере – это дополнительный бонус, потому что вы можете пододевать более теплые вещи, а значит усиливать температуру от минус 20 градусов даже еще на ниже. То есть пододели более теплый какой-нибудь свитер из ангоры, вот вам, пожалуйста, и в минус 25 вы тоже будете чувствовать. Слушай, что удивительно, даже вот когда 4 года назад мы были в гостином дворе на благотворительной акции с моей подругой Анастасией, она стилист, и она зашла в шубки из именно леопарда. Как это было стильно. Слушайте, все на нее смотрели, тут же ринулись брать интервью, хотя я говорю, она не то, что там прям звездный стилист, то есть, понимаете, она своим образом, она завоевала любовь, то есть все смотрели на нее, все провожали ее взглядом. Как смотрится леопард? И ты прямо королева. Все сразу видят, ты суперзвезда, да, считывают твое вот это эмоциональное состояние дерзости. Ну, потому что леопардовые принты, вообще шкура животного была всегда олицетворением роскоши. Это, во-первых, дорогостоящий, а во-вторых, это редчайший мех. И если он еще и был бы натуральный леопард, то это было бы, конечно, безнаслованных денег. И его могли позволить себе только определенные особы. Леопардовые принты носят короли Африки. Леопардовый принт в 1962 году осмелилась надеть на себя женщина-политик Кеннеди, которая подтвердила данное предложение тем, что женщина именно такого ранга имеет право его носить, и самое главное, это выглядит не вульгарно.
А уже в 50-х годах данное предложение еще и было популяризировано многими другими брендами, которое, кстати, ушло за пределы не только верхней одежды, но и появилось даже в структуре белья. Доминика Дольче и Стефано Габбана до сих пор делают платье в цветок, но обязательно делают подкладку из леопарда. Бренд Versace всегда будет олицетворением такого именно роскоши. И как говорил сам Джованни Версачи, Армани одевает жен, а я одеваю их любовниц. Поэтому вот сегодня вы сами выбираете, кто вы есть, но в леопардовом принте вы всегда будете королевой. Вы всегда будете королевой. Посмотрите, неважно, на подиуме вы или нет, яркая творческая личность, или вы просто мамочка или бабушка, вы всегда в центре внимания. Вы можете сегодня это себе позволить. Тем более скидка практически 20 тысяч рублей. Вот сейчас вот прямо моими руками почувствуйте, она необыкновенная, мягкая. И вы знаете, вот казалось бы, да, холодный сезон, часто прямо не надеваешь, а там лишний раз не выходишь на улицу, вы будете ждать снег, ждать вот такую холодную погоду, чтобы носить эту шубку. Но я что хочу сказать, Микол, просто ты посмотри, шерстка друг за другом, каждая ворсиночка, за счет чего здесь есть такой особенный блеск, да, вот он прям лоснится, как стриженная норочка. А это особенный мех, который, кстати, производит французская марка Tessavel с 1995 года. Это главный лидер по изготовлению эко-мехов. В этом году у этого бренда, а точнее в ближайшие несколько лет, у него еще больше возникло работы, потому что эко-френдли стал более популярным именно имиджем. Многие бренды отказываются от изготовления натурального меха в пользу искусственного. И, конечно же, потребность сразу возникла в изготовлении более реалистичного меха из эко-полотен. Бренд Симахов – один из наших российских брендов, и если, пожалуй, не единственный, который первый начал разрабатывать эти изделия и уже не первый раз получает дипломы. В сотрудничестве с французским модным домом Tessavel бренд Симахов у нас является российским лидером по изготовлению эко-френдли шуб. Вы, кстати, видите диплом, на котором вы видите название бренда Симахов с добавлением клевера, что означает о защите животных. Внимание! Я вижу, что вам нравится это предложение. Бесплатная доставка плюс карта Prime подарок и скидка практически 20 тысяч рублей. Только сегодня, предпоследний день дня рождения телеканала Шопеншоу. Ваш роскошный образ. Почувствуйте и забирайте его.